Привет всем, друзья, с вами студия СССР. Извините, что под ногами будет стук, потому что я иду проверяю свои объекты, но оставлю свое послание фашисту. Вы не ослышались, именно фашисту Губерниеву. Дима, ты кто такой? Именно ты фашист. Фашист. Чтобы обвинять Сталина, что вот застал в штаны? Да ты же и твои же спортсмены гребаные. На Олимпиаду, обосравшись, взяли белый флаг и поехали выступать под нейтральным флагом. Говоришь, Сталин обоссался? Извини, Сталин, что когда напали фашисты, что-то над Кремлем не повесил белый флаг. А ты и твои спортсмены, биатлонисты, да и все, почти все спортсмены, поехали ради этой ссаной белой тряпки и выступать ради этих фантиков, которые очень уж вам хотелось. Скажи, сколько тебе мог заплатил, чтобы ты поехал под этот флагом? Что ж ты говоришь, обоссался? Что ж не обоссался, если ты не обосрался, не взял красный флаг и поставить над комментаторской будкой? Обосрался и обоссался, точнее, ты в первую очередь, да еще и обосрался, сволочь. Ты можешь только воевать с мертвыми. Ты себя героем почувствовал? Да ты не герой, ты обыкновенный козел. Поработай лучше физически, идиот. Знаешь ты кто? Свинья на куриных лапках. Чтобы обвинять Сталина в таких вещах. Сталин не уезжал неделями из Кремля, когда напала фашистская Германия на Россию, то есть на СССР. И ты еще смеешь утверждать, кто-то напал. Тебе, козлу, уёбку, 45 лет. И ты еще смеешь такие вещи говорить. Воин ты, херу. Ты знаешь что? Воин с мертвыми душами. Ты можешь на мертвецов сказать? Сказал бы на Валуева, что он обосрался и обоссался. Да нет, ты не скажешь, потому что Валуев тебе треснет так, что ты до самого Берлина улетишь. И оттуда будешь вещать. Или ты забыл, как ты сидел, подтявкивал, комментируя биатлонистов в своей собачьей будке на Олимпиаде. И кто из вас, Сталин или ты, обоссался? Именно ты, Дима, обосрался, обоссался. Ты обыкновенный рот в человеческом обличье. Ты просто скотина. Обоссались именно твои спортсмены, которые... Ладно, возьмем не триколор. Возьмем даже Знамя Победы, которые... обосрались и обоссались взять Знамя Победы и возглавить в колонне. Шли под этой ссаной белой тряпкой, под тряпкой предательства, под тряпкой капитуляции. Вот под этим... Вот вы с этим обосрались и обоссались. Ты, Дима, совсем оборзел. Что? Стал звездой? Да ты не звезда. Ты то, что между ног у бабы. Ты и обыкновенный козел. Лучше затухни. Затухни лучше. Пока кто-нибудь тебе в России за такие вещи не дал по морде. Знаешь, Дима, не хочу желать, чтобы ты издох. Ну, хочу желать, чтобы твоя звездонутость... упал на самый низ, и чтоб ты стал нищим. Вот этого я хочу. Это тебе за всех. За то, что ты умеешь воевать с мертвыми. Надеюсь, когда-нибудь и в скором времени ты по морде от кого-нибудь получишь. Друзья, до новых встреч.